первым обсудили вопрос о принятии законопроекта, целью которого является увеличение коэффициента размера фонда оплаты труда работников образовательных организаций. Таким образом, с нового года процент заработной платы учителей, педагогов и воспитателей увеличится на 4%. Внесение изменений в закон потребует увеличения бюджетного финансирования в части заработной платы в дошкольных образовательных организациях на 46 миллионов рублей, а в общеобразовательных организациях на 74 миллиона рублей. На обсуждение был поднят не менее важный вопрос по исполнению поручений по итогам совещания президента Российской Федерации с членами правительства от 22 июня 2017 года. На сегодняшний момент в регионе проводится постоянная работа с недобросовестными застройщиками и обманутыми дольщиками. В реестре указано 26 жителей, чьи права были нарушены при строительстве многоквартирных домов. Планируется, что за два следующих года им будет выплачена компенсация. В целях предотвращения этого повторения мы также работаем с дольщиками. В каком плане? Мы проводим регулярные проверки, выездные, запланированные, незапланированные. Все это повеликовы на сайте на нашем. Работаем с застройщиками. Вернулись к вопросу создания закона о развитии инновационной инфраструктуры Ульяновской области, который требовал доработок. Сегодня для старта этого проекта разработаны соответствующие постановления и соглашения. При рассмотрении на комитете, еще раз повторяю, очень четко презентовать возможности, которые дает этот закон, потому что опций много, что конкретно, да, и каким образом это скажется. И второе, что мы ждем от этого закона, самое главное. Да, понятно, что мы готовы идти на очень серьезные шаги в части поддержки инновационного бизнеса, но мы-то что ждем от этого бизнеса? В негативном ключе обсудили реализацию проекта «Доступная среда». Меликесский район пока единственный, где выделенные субсидии полностью освоены. В остальных же муниципальных образованиях процент не достигает выше 8. Александр Смекалин обязал руководителей муниципалитетов и профильные министерства до середины октября обеспечить исполнение всех заключенных контрактов. Кристина Жакот, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.